Ну, ребят, вы еще дети. Естественно, у меня возникают сомнения. Hey! Будь как дома, будь... Я трижды удивлен уже. Я в шоке. Ребята, всем большой привет, добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Наконец-то вы набрали те самые 100 тысяч лайков и получаете вторую часть малышей-виртуозов. Сегодня мы втроем отожгли, просто нереально крутые реакции для вас подготовили. И не забывайте, что продолжение у меня на канале, можете по ссылочке в описании посмотреть. Малыш-гитарист, малыш-баянист, малыш-барабанщик. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и обязательно в комментариях напишите, как вам малыши-виртуозы, хотите ли продолжения. В моем телеграм-канале найдете много интересного, всяких неизданных сторисов, фото, видео, поэтому тоже подписывайтесь, ссылочка есть в описании. Да, а сегодня самые крутые разрывные реакции, поэтому желаем вам приятного просмотра. Погнали! И... Погнали, что, давай в другую сторону. И... Ну так, сейчас обрежешь потом? Нет. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне писали? Да, это я с вами писал, музыкальную группу. Хорошо. Так, а сколько вам лет? Во-первых, меня зовут Паша, это... Меня зовут Саша, мне 13. Вот, мне Паша. Уже тоже 13, почти. Да. Ребят, ну, было же написано, я ищу профессиональную группу, следовательно, ребятки должны быть постарше, чем вы. Вы не переживайте, мы вообще круто играем. Мы профессионалы? Да, мы уже репетируем давно и классно играем. Хорошо. Как давно вы репетируете? Уже почти год играем. С половиной. Год с половиной, да? Отлично. Это много. Ну, то есть мы уже и репетируем часто, и все, готовы ко всему. А музыкальную школу хоть кто-нибудь из вас ходит? Мы все учимся в музыкальной школе. Ну, вы же понимаете, что нужно удивлять людей там своими скиллами, навыками. А вы только учитесь. Ну, вначале закончите там школу. Поиграйте где-нибудь там на дискотеках, в школе у себя, группу сделайте уже. У нас вот и есть группа. Да? Мы все умеем. Все умеете. Вот. И вот мы готовы вообще играть что угодно. Я все понимаю, ребят. Я вижу, что вам нравится этим заниматься, но вы понимаете, что я работаю только со взрослыми артистами, уже готовыми группами. Вы еще учитесь. Я думаю, через пару лет вы обязательно мне позвоните. Но мы же с вами переписывались, вы сказали, что послушаете нас. Ну, я понимаю, но я просто не ожидал, что будут ученики. Поэтому... Так, давайте мы хотя бы сыграем, а потом там уже... Ну, давайте, ребят, хорошо. Мы вам сыграем композицию. Мы сами, мы ее разобрали, партии сами написали, сами отрепетировали. Угу. Вот такая вообще здоровская тема. Это звучит круто. Я вам сыграю вот на такой штуке, знаете? Знаю. Вот. Так, очень интересно, да. Это редкий инструмент, называется баян. Да, никто о таком не слышал никогда. Да, звучит. Баян это баян, согласен. Вот, а я на гитаре. Угу. Вот гитара. Вот. И у нас группа же, а не просто дуэт. А у нас есть Илья. У нас не детские. Здравствуйте. Не детские сказки, а уже группа. Угу. Еще на отчетных концертах мы все выступаем. Вообще классно. Да. Ладно, ребят, давайте играйте, послушаю. Давай. Я понял. Ага. Давай. Ой. Замученный дорогой, я выбился из сил. И в доме лесника я ночлега попросил. Улыбкой добродушной старик меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Эй! Воу! Ребят. Палочка упала. Я в шоке. Сколько вы уже играете как группа?
Мы 2 года. Да. Так вот, и у меня, и у Сани дипломы есть, и Илюха у нас троечник, но вот у нас дипломы есть. А в музыкальной школе мы вообще классику играем. То есть, если нужно, мы и песни свои пишем, и классику играем. И вообще, мы вообще что угодно, что вы скажете, мы все сделаем. Классическое что-нибудь сыграть можете? Да, то есть это тоже можно сделать, знаете, такой ансамбль классических гитаристов под современный лад. Готовы? Готовы. Очень круто, ребят. Просто нереально. Слушайте, а у вас много такого репертуара? У нас вообще достаточно. Ну, полно. Слушайте, ну из этого можно будет сделать даже какую-нибудь программу, я думаю. Да, то есть мы вообще, сколько мы хоть на 1.5 часа, на 2 часа выступления легко. 1.5-2 часа? Нам даже кушать не надо. Вот. Идеальные артисты, просто идеальные артисты. Вау. Вот главное, чтобы родители были не против. И вообще, как там, ну, по денежке? По денежке? Когда уж? Когда, ну, без родителей не получится вам зарабатывать, потому что нужно вначале заполнить документацию родителям за вас. И уже тогда вы начнете зарабатывать. Когда у вас родители дома будут? Скоро уже будут. Ну, я могу вам номер дать, можете созвониться в WhatsApp. Да, хорошо. Yes. Я же, да, и говорил, все получится, а вы не получится, не получится. Ребята, сейчас вы увидите платную консультацию продюсера, где мы сыграли свои песни. В этом видео мы играем мою песню, а на канале Паши играем его песню, поэтому тоже обязательно посмотрите. Здравствуйте, ребят. Дмитрий, здравствуйте. Это вот Илья, мы с вами общались. Паша. Саша. А это вот мои музыканты. Да, вижу, ребят. Так, ну что, давайте предлагаю, как с вами поступить. Обо мне вы уже, в принципе, знаете, так как записались на консультацию. Да, все знаю. Да. Я рассказал им чуть-чуть. Давайте коротко о себе. Какие у вас вопросы, то есть, что вы хотите вообще, что у вас за творчество. Ну вот, коротко расскажите о себе. Ну, у нас вот сидит гитарист, вот, баянист и в целом музыкант. Хороший. И мы хотим пишем свою музыку. Вот у ребят есть свои авторские треки. Их еще никто не слышал, все только в рамках дома. Вот, хотим посоветоваться с вами, чтобы вы их послушали. В общем, мы хотим, чтобы вы послушали и сказали, вообще стоит их выкладывать, вообще как продвигать. Вот вообще нужно, ну, интересно ли это будет кому-то, или это полная шляпа. Или завязать с музыкой вообще. Так, ребят, ну. Во-первых, вот для того, чтобы... Я просто вижу, вы, ну, со всем уважением к вам, молодые еще. И, ну, естественно, у меня возникают сомнения по поводу вот именно качества вашей продукции. Какую вы хотите... Стать популярными в стране? Во всей стране. Ну, главное, нет, и главное, конечно, музыка, но и чтобы слышали люди ее. Это естественно, но там, где популярность, там и коммерция, как говорится. Ну что, мы тогда сыграем вам, и вы скажете вообще, ну, материал, как вам? Давайте, да, это, конечно. Во-первых, стоит ли это вот выкладывать уже, и вообще, может ли это стать популярным, и как это... Я понял, подождите, а такой вопрос, ну, то есть, вы, получается, еще нигде ничего не выкладывали, вы только вот наиграли, да, и нет? Мы только дома играем, да, мы пока дома. Я понял. Хорошо, давайте, да, конечно, послушаем. Понятно, супер. Хорошо. Мы сыграем 2 песни, мы вот подготовили. Первая песня называется «Обнимаю на поражение», вот, а вторая песня «Пока молодой». Ну, потому что «Пока молодой». Молодые. Да. И первая песня — это как моя, а вторая песня — вот как Санька. Да.
Здорово. То есть получается, ну, они у вас полностью авторские, вы сами написали тексты. Полностью? Да, полностью все свое. Я понял. Давайте послушаю. Не уснуть, если в голове такие планы снова в путь. Собираем чемоданы, не забудь, наше время не вернуть. Эй, пока молодой, пока молодой, двигайся мечтой, двигайся мечтой. Пока молодой, все двери ногой, по дороге в рай, если ты со мной. Пока молодой, пока молодой, двигайся мечтой, двигайся мечтой. Пока молодой, пока молодой, я свободен, да, словно выпускной. Кайф, ребят, на самом деле я трижды удивлен уже. Это, ну, такое ощущение, как будто вы уже прям, ну, у вас вот этот вот ваше трио получается уже, я не знаю, наверное, дают гастроли уже по всей стране. Я удивлен, на самом деле, то, что вы еще нигде не играете. Хотелось бы, конечно. Пока это только в мечтах, да. Пока нет еще. Вот, может, вы что-то посоветуете, как там песню выпустить, просто мы не умеем. Мы даже не знаем, куда это вообще как. Вот есть песня, допустим, мы запишем песню, а куда это вот? Слушайте, ну тут какая процедура идет? По поводу того, что вам нужно сделать, советы такие будут от меня. Первое, ну, естественно, эти треки надо записать. Записать в студии. Вот. А потом дальше, когда треки выйдут, ну, то есть там с определенным интервалом, дальше уже настроить правильно таргет, то есть вложиться немножко в рекламу. Вот. Также сделать в соцсетях. То есть, ну, трек уже появится на площадках, когда? То есть мы сможем уже через, естественно, там определенные рекламные кампании вывести трек уже на уровень прослушивания, чтобы у вашей группы, да, у ваших треков появились слушатели. После того, как они появятся, уже можно будет говорить о более серьезном продакшене, уже можно будет заключить контракт, вот, потому что, ну, так как треки уже, ну, там соберут обороты. То есть тут как раз надо будет посмотреть, это вот нам больше вопрос, ну, с тобой, Илья, нужно будет обсудить. Да. Вот, по этим всем моментам я, в принципе, всегда на связи и буду рад вам помочь. Потому что мне действительно очень понравилось ваше творчество. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за мнение. Спасибо. Вообще спасибо за время уделенное. Вам спасибо, да, ребят. Да, очень что-то вот, ну, грустно сейчас все так, а вы прям снова, как сказать, вдохнули в меня, что ли, новую жизнь. А то я заскучал уже. Друзья, у меня есть одна просьба к вам. У меня вышел клип на песню «Беззаботное лето», и буду безумно рад, если вы его посмотрите. Ссылочка есть в описании, в подсказках, или просто можете найти на канале. Беззаботное лето, 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 и до рассвета, где-то, где. Полтора года назад выходил последний клип на песню «Пока молодой», поэтому этим летом мы постарались, сняли безумно классный летний трек, поэтому кайфаните, поднимите себе настроение. Ой, здравствуйте. Привет. А это мы вот Саша и Паша на конкурс «Грушевский фестиваль», второй тур. Грушевский или Грушинский? Грушинский. Ну, мы вот прошли первый онлайн-этап и сейчас мы хотим... Да, вот мы на прослушивание песен авторских. Ну, ребят, вы еще дети. Как вы можете участвовать в конкурсе? Ну, там не написано, что вообще нам 19 лет. Да. Да. Рассказывайте дальше. У нас просто конкурс авторских песен, соревнуются люди действительно серьезные, взрослые, у которых большой музыкальный багаж за плечом. Ну, не знаю, что вы можете мне предложить, что можете показать. Ты играешь на гитаре, а у тебя что? А у меня необычный инструмент. Он называется вот баян. Вот это да. Это от тебя от дедушки достался, наверное.
Немножко. А давайте вот сделаем вот так. Мы споем вам песню. Если понравится, вы нас пропустите в следующий тур. Ну, знаете, здесь правила я устанавливаю, а не вы. Ну, давайте посмотрим. Хотя у меня нет времени, мне нужно еще очень много заявок отсмотреть. Авторская песня «Не влюбляйся». Я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Ну, в целом понравилось, но знаете, конкурс все-таки для взрослых. Поэтому вы очень, очень классные мальчики, вы будете отлично смотреться на, там, я не знаю, «Голос дети», какой-то такой конкурс. Так что с 18 лет жду вас, когда вы подрастете. Может, у вас появятся еще лучшие песни, и тогда обязательно мы встретимся. Ну, ладно. Ну, а может быть, что-нибудь можно придумать? Как-нибудь хотя бы чуть-чуть выступить там где-нибудь? Нам просто нужен опыт на сцене, и мы его не можем нигде получить. Хотим у вас выступить. Мы не волнуемся, там не переживаем. Я вам могу предложить выступить только, например, между номерами каких-то участников. Вот. Но мне нужно, чтобы ваш номер был действительно красивый, да? Чтоб я потом, мне не стыдно было за то, что я... Мы не подведем вас, нет. Все нормально будет. Ну, мне нравится, что вы такие наглые и амбициозные. Я люблю таких, так что можно дать вам шанс. Хотя бы просто выступить на большой сцене, увидеть, как выступают другие, понять, ваше это или нет. Спасибо, спасибо, мы обязательно справимся. Да, вы напишите, да, всю информацию? Как... Да, я обязательно еще должна посоветоваться, и потом уже окончательно дадим вам ответ. Ребята, на этом ролик подошел к концу, но если вдруг наберем, не знаю, 550 лайков просто, тысяч вообще-то, тогда мы снимаем, конечно же, третью часть на оба канала, поэтому не забудьте подписаться, написать комментарий и поставить лайк, как вам, милые виртуозы, и не забудьте, в Телеграме много интересного, анонсы, концерты, все там, все, всех обнимаем, целуем, пока-пока. Пока-пока.